بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، пятый фактор, который упомянут у нас в книге, الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. Пятая группа людей — это те, кто ненавидит или испытывает неприязнь к чему-либо из того, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, валяу амиля бихи, даже если он сам совершает это, то такой человек, кафар, становится неверующим. Точно так же выходит из ислама. В комментарии к этому говорит шейх Фаузан: «Аль-хамис мин навакидиль ислам, пятое из действий, которое разрушает ислам, ман абгада шейан мимма джаа бихи ар-расуль саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, тот, кто ненавидит что-либо из того, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям. Фабугду ма джаа бихи ар-расуль саллаллаху алейхи вассалям ридда, ненависть по отношению к тому, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи вассалям, из установлений, из постановлений каких-либо, считается ридда, считается вероступничеством. Валяу амиля бихи, даже если он это делает. Возможно, человек делает то, что делал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, но в сердце он это ненавидит и не любит, у него неприязнь к этому, по причине того, что это установлено Аллахом, и по причине того, что с этим пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Такой человек не может быть мусульманином. Мусульманин любит постановление Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля: «Валлядина аману ашадду хуббан лилля». Те, которые уверовали, больше любят Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Доказательство на это приводит шейх Фаузан, аят из суры Мухаммад, 9 аят, где Всевышний Аллах говорит: «Залика би аннахум кариху ма анзаля Аллаху, фа ахбата а'малахум». Это потому, что они возненавидели то, что ниспослал Всевышний Аллах, и стер Всевышний Аллах их деяния. А вы знаете, деяния стираются у вероотступника, у того, кто совершил ридда. Значит, проявление ненависти и неприязни по отношению к чему-либо из законов Всевышнего Аллаха и шариата Аллаха является ридда, является вероотступничеством. И накид мин навакид аль-ислам. Аль-караха хи аль-бугд. Неприязнь к чему-либо из шариата – это и есть ненависть. Хаза ридда или хадихи ридда. Это считается вероотступничеством. Валяу амиля бихи. Даже если он это делает. Фа иннаху якфур. То такой человек становится неверующим. Бухдуху филь кольб куфрун. Вот эта ненависть, которую он испытывает в сердце к этой вещи, вот это куфр, это неверием считается. Валяу кяна ямалю бихи филь захир. Даже если внешне он совершает это деяние. Залика би аннахум кариху. Это потому, что они возненавидели, проявили неприязнь. Ма анзаля Аллах. По отношению к тому, что ниспослал Аллах. Фа ахбата а'малахум. И Аллах стер их деяния. Иногда человек оставляет что-либо, не делает что-либо из законов шариата. Люди, о которых мы говорили на прошлом уроке, из числа такфировцев, прочитав книгу «Навакиду ль-Ислам», без разъяснения ученых, без разъяснения «Туллябуль-Ильм», на эту книгу спешат быстрее обвинить неверие. И говорят: ты это оставляешь, ты не делаешь то, что делал пророк, значит, ты кафир. Потому что у нас пришла пятая основа: тот, кто ненавидит то, с чем пришел пророк, тот кафир. Мы говорим, есть разница между тем, чтобы ненавидеть что-либо, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и не делать этого. Возможно, человек не делает этого по причине лени. Возможно, человек не делает этого еще почему-то. Но это не значит, что он это ненавидит. Это не значит, что он это не любит. Как многие, допустим, из числа мусульман не оставляют бороды. Хотя посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повелел это делать мужчинам. Но они не оставляют это не потому, что они относятся с ненавистью к этой сунне. Нет, возможно, у них есть какие-то другие факторы. Несомненно, это грех. Однако, выводит ли это человека из ислама? Нет. Человек остается мусульманином, но грешным мусульманином. Он должен покаяться за это перед Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, и оставить свою бороду, выполняя тем самым веление Мухаммада, алейхи ссаляту ассалям. Баракаллаху фикум. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайка.